и черное, и белое. Белое, мам ее, или нет? Она вообще, у нас вообще как темная, она такая, там, как там жирная. Светлая, там светлая. И прямо на пещерах она вот так, да? И растет? Они вот как-то его собирают там. Я просто записать, чтобы не забыть. Мам ее. Мам ее, да. Оно продается у нас в аптеках, но оно как, суррогат. Там чуть-чуть настоящего, остальное... А что, с чем у нее, для чего она, мам ее? Она все как бы общеукрепляющая для... Короче, надо там со спичечной головку каждый день принимать, типа, и лечит. Да, всего. Как общепринимающий. Как корень женщины. Делалось там это, в пещерах. Катюша. Это боги именно этим и питались раньше. Типа, как же называлась эта вещь? Я забыл. Это, кажется, мамиё. И оно как на вкус. У нас в аптеке продается, да, оно даже, оно крепкое, как ломается, ломается, как вот ломкое такое, как пластик. А когда в руке подержишь, от тепла руки она становится, да, как тает, жирным, да, таким, да, вот, жирным. И мажется, да. А так положишь, опять застынет, а так вроде как... А это ты назвал у моралов, как называется, протеин? А, или? Это кровь моралов. Кровь моралов, это этот, пантокрин. Пантокрин. Да. Ну это дорого. Это вообще да дорого, это там. У нас дорого стоит. Я ребенку покупала, у нас дорого. А зачем ребенку? Нет, она... Ты же говоришь, мужская сила. Нет, она вообще укрепляющая. Она укрепляющая. Покупала кровь моралов, когда у меня слабый ребенок. Там сказали, что помогает. Там и для детей есть тоже такая кровь моралов. Она как женщина, хочешь ребенок принимай, хочешь. А женщина тоже там растет, тоже, да? Хочешь мужчина, она же, почему вообще? Женская косметика и тоже мужская женщина. Туда и сюда идет. Да, рекламу вы сделали моралу этих. Там, да, там есть мораль. Надо туда съездить, надо съездить.